Гармония цветов и красок. В Нацмузее открылась выставка американского художника Шри Чинмоя. В экспозиции представлены картины в авторском стиле мастера кисти Джарна Кала. Каждая из работ художника – это буйство красок, легкость мазков и филигранность форм. Техника Шри Чинмоя, где он использует специальные губки и кисти, позволяет зрителям не только снять стресс, но и сконцентрировать или переключать. Работы мастера хранятся во многих известных музеях мира. Выставка будет открыта до 10 февраля. Бул тек кана үлкен ага буын өкілдеріне ғана емес, сонымен қатар Особенность этой выставки в том, что эта методика подходит не только для детей, но и для людей старшего поколения. Ведь такая терапия способна влиять на чувствительность, на концентрацию мыслей и чувства людей. Такие картины уникальны своей красочностью. Это настоящая гармония цветов, красок. Все это привлекает посетителей выставки. Надеемся, что наша живописная уникальная экспозиция будет привлекать все больше зрителей и гостей. Келуге, тағда қонақтарды баулуға ықпал етеді деген сенімдеміз.